سابانتوی یکی از جشن‌های مهم تاتارا و باشقیری هاست. سابانتوی یعنی جشن شخم زنی و بعد از شخم زدن زمین و کاشت محصولات برگزار میشه. در واقع این جشن برای اینه که روح طبیعت رو خوشحال کنه تا محصولاتشون پربار بشه. یاس مولق برکت آلب کلسن ایده بر تقا. بسم الله الرحمن الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن و فی الاخرت حسنتن و قنا عذاب النار. الله اکبر. الله اکبر. معمولا اقوام مختلف دور هم جمع میشن و فرهنگ و هنر خودشون رو به نمایش میذارن. تاتار، چوواش، باشقیری و غیره. Это вот тухья, а это хушпу. Это украшение на шею. Вот. Это вышивки все. Тоже они очень оригинальные. Вот. Дальше у нас данные костюмы. Они костюмы моей бабушки даже. Все самотканное. Вот. Смотрите, это песок очень старый, да, от бабушки досталось. Вот эти все платья, это домотканные холста. Это орнаменты чувашские. Красиво. Это все фрагменты обозначения. Каждый орнамент обозначает туслах. Вот это вот очень постоянно везде оно есть, дружба. Mm-hmm. Вот, обозначение. Шузен, рассвет. Вот. Жизнь на земле. Чуваши это один из древних народов, который мы любим, почитаем. Из древних и самый трудолюбивый народ. Это куклы-обереги. Вот в старину делали такие куколки для детей. Они оберегали от сглаза их. И вообще в доме всегда была кукла-оберег. Такие. Это вот кукла называется купечница. Они набивались рисом, а когда были голодные времена, вот люди доставали эти крупы и питались. Так что это тоже большой плюс был для семей. Вот такие вот обережья. Они делаются без шитья, ни иголками, ничего. Чисто руки, материал, нитки. Не шьются, ничего. در جشن سابانتوی مسابقه های مختلف برگزار میکنن. یکی از مهمترین مسابقه ها کشتیه که با آن میگن کورش. جایزه برنده کشتی هم یه گوسفنده. در شهر ما البته نمیدونم چرا این مسابقه برگزار نشد. بیدی پجاست از کورا ای درازو دوگوارین چه دیل نایر بیدیو دولیتم
Майор Данил вручается главный батыр Екатеринбургской собаки. در جشن سالانتور معمولا نمایش هم برگزار میشه همراه با رقص و آهنگ. Парни, а силы-то остались еще? Дуров наколоть. А как же? Нам, деревенским ребятам, всякая работа под силу. Закончили одну, давай другую. Ну тогда и ребятишкам пример покажите. Сынок, надо щедро одаривать землицу. А зачем землю надо одаривать? Руки человека нежно одаривают землю теплотой и любовью, а матушка-земля на ласку и тепло отвечает в ответ. Уразнадан юмокаде гэрэдю, бурун вогадэ. А мы прокатим.
привозим его аж до соседней деревни. И будет у нас такой урожай, что придется еще строить пару амбаров. Милая землица, ты всему начало на руках качала, выводила в жизнь. Праздники и в будни землю очень любят, всем хорошим людям в поле поклонись. Ой, много шляды! Ваших дедов и отцов. Труд и дружба – это праздник Сабантуй.